большой компании самое главное – поздравить вовремя директора с днем рождения. Но иногда случается именно так. Что же делать? Что же делать? Так, Николай Алексеевич, я здесь. Что случилось? И что ты здесь? Где второй? Да здесь, и здесь. Че звали-то? Вы меня сорвали прямо с секретного задания. С секретного задания его сорвали. А ты знаешь, какой сегодня день? Выходной? А может, день выдачи зарплаты? А может, сегодня день знаний? Понабрали по объявлению. Сегодня день рождения нашего любимого директора. Каждый год одно и то же. Вы хоть знаете, как его зовут? Жека. Вернее, Евгений Андреевич. А работает он где? Ну, как и мы, в Жеке, только директором. То есть, получается, наш директор Жека? Прикольно. Так, нам нужно накрыть ему стол. А на столе главное что? Крабовые палочки. На столе главное выпивка. Ну так и давайте отправим Леху за коньяком. Леху, за коньяком. А ты помнишь, что было в прошлом году, когда мы отправили Леху за коньяком? Да. А что было-то? Нашу ежемесячную заработную плату. То есть ты хочешь сказать, что мы подарим ему казина? Или полбанки тушенки? Или килограмм картошки? Да. Нет, это все не то. А где он работал раньше? На стройке. Ну все, у нас номер готов. У нас будут коллеги с его бывшей работы. Пусть они его и поздравляют. То есть вы себе это так представляете? Как? Они его и поздравят. Ну и кто на это согласится-то? Есть у нас одна. У нас будет номер от секретарши. Не-не-не-не, это не пойдет. Этот номер уже все видели, а я тем более. А я придумал. А давайте подарим ему икру. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Отдай игру. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Давайте что-то делать, он уже сейчас придет. Он придет, а у нас, как всегда, ничего не готово. Ну, здравствуйте, работнички. Здравствуйте. Начальство поздравлять думаете? Конечно. Раз. Директор, милый наш директор. Добрый такой, с зарплатой большой. Стоп, это все по стандарту. Каждый год одно и то же. С подарком, удивляйтесь. Ну, мы посовещались и решили подарить вам... казина. Казина? Вы в своем уме? То есть, ребята, я смотрю, вы за стабильность. Ну что, стабильный подарок, стабильная заработная плата. Ну а на самом деле, не важно, что вы подарили. Главное, что вы сделали это с заботой и любовью. Так и наша команда выступала для тебя, Красноярский зритель. С любовью, ЛФ СибГТУ. Спасибо.